Привет. В прошлом видосе я кидал сыр в другие машины. Я видел такой же видосик на ютубе, как кидала девчонка. И мне было весело. Я сделал такой же видосик, чтобы развеселить вас. Ну а вы не поняли некоторые и писали, что я олень. Перед тем, кто неправильно меня понял, я извиняюсь. Больше так делать не буду. Поедет рядом. Да, сзади машина, пиздец, жестко. Смотри. Все, его забирают. Как так, блядь? Как она так подъехала сюда? Тебя сдали? Пиздец, да. Уже кто-то... Ментам, как ты сказали, да? К ментам надо показать. Не ментам, а полиции вообще-то. Я даже не там. Смотри. Все, Жору забирают. Что это было? Будешь за мной бегать, я раскрою секрет твоих тренировок. Будешь бегать? Что делает? Бьешь. Кого? Если мы рекорд не побиваем, то нас всех бьешь. Бью? Спасите. Пойдем рекорды ставить. Мама, ну бери меня. Ну все, сейчас точно рекорд будет. Угу. Потому что ты меня побил. Потому что ты подпила чего-то. Волшебное зелье. Зелье, да. Волшебное. Тяжело было? А? Чуть-чуть пониже надо садиться.
что произошло? Почему такой подход был? Не бейся. Нет, что было? Что ты чувствовала? Что ты чувствовала на той стороне? Я слабачка. Почему у тебя не пошло? Потому что я расслабилась. Ну что, ты почувствовал, что такое 70 кило? Тяжело было? Да. Я помог, наверное, килограмма 2 спер, наверное. Так что ты 68 сделал. 69. 70. Нет, 69. Так-то ты 70 делал. Но сделала 69. Да? Да, ты не снималась? Нет. Правильно, понимаете, видосы, там, где шутка, где не шутка.